Хей-хей-хей, с вами снова я, морская свинья. И сегодня мы посмотрим такую игрушку, как Reaper. Это новый пиксельный хоррор, точнее не новый, но для меня он новый, после ОФ. Я решила хоть что-то новенькое. Ну, это про девочку, которая хочет остановить смерть, потому что смерть забрала всех ее родных, и, ну, там что-то в этом духе, так что давайте посмотрим. И она на русском, поэтому, можно сказать, я ее взяла. Почему-то вот звук есть, то я думаю, может, нету. Доктор сказал, что мне станет лучше. Тебе не нужно сидеть со мной. Кроме того, ты тоже больна, тебе нужно быть в постели. Не-а. Со мной все будет хорошо, я в пор. Ну, она кашляет, видимо. Мэй! Это, видимо, наша сестра. Ты слишком сильно сжимаешь мою руку. Время уйти, малышка. Вот так, оставаться на твоей стороне. Твоя сестра очень добрая. Но, несмотря ни на что, пришло твое время. О, а вот и смерть пришла. Сейчас. Ты-тыщ! Это мы что, мазали смерти? Такое тоже возможно, да? Невозможно. Тебе не следует видеть меня. Не говоря уже о том, чтобы прикасаться ко мне. О, ты... Что это? Мы что? Мы мессия? Мы возмездие? Что мы? Кто мы? Я не могу поверить в это. О боже! Мэй! Все? Не дали управление? Я не могу спать, пока Мэй в беде. Что еще? Эта игра странная. Книжный шкаф упал. Стул унесло. Дерево покрыто оливковым маслом. Оливковым маслом? Ой! Я хотела осмотреть все. А, дом? Цветы. Чтобы бежать, зажмите Shift. Во время бега вы можете запыхаться, будьте внимательны. Чтобы призвать косу смерти, нажмите А. Чтобы вызвать ваше меню, нажмите S. Чтобы выйти или сохранить игру, нажмите D. А, я не могу сохранить. Это тоже входит в план, да? Я выйти не могу. Что происходит? Ого, это коса. Не, посмотрите только, девочка с косой. А что еще там было говорить? Shift, да? Охранять эту комнату. Никто не должен попасть туда. Никто не должен выйти оттуда. Что? Это необходимо? Если не было этой души, то во всем этом не было необходимости. Без косы это беспокойное место уже не полностью под моим контролем. Я вынужден полагаться на вас, дураков. Сейчас. Чё вообще? Я с косой хожу, блин. Так, какие еще тут кнопки были? О боже. Не-не, я лучше с косой буду ходить, знаете, так безопаснее. Это странная игра. Ой. А что это? Так я сохранилась или что? А, да, все в порядке. Все, пошлите. А? Это просто стена, но она выглядит как дверь. О, шкаф упал. Ой, видите его? Спит. Здесь Мэй. Мне нужно найти другую дорогу туда. Ладно. Ну, как бы, эта игра не очень знаменитая. Потому что вы же знаете, да, все самые знаменитые RPG-хорроры или тому, тьфу ты, блин, тому подобное. Да там Ип, Вич Хаус, что это за вещи? Ну и тому подобное. А это вот такая простая. Это что, это араб какой-то или мумия? Это книга о медицине? Ладно, я поняла, нам нужно как-то. Давайте сюда пойдем. Кто-то идет. О, господи, я думала, кто-то к нам. Приказали охранять внутри, но не снаружи. Ну, я полагаю, девочка не смогла бы дотянуться до окна. Окно? До какого еще окна?
А это что за лестница? Грязно. Выглядит как телефон. Чё, звонить не будем? 911. У нас тут какие-то приспешники смерти ходят. Я могу видеть, что там. О боже. А где сама Мэй? Может, залезем туда? Не знаю, это хоррор или что. Пока похоже просто на многоуровневый какой-то. Вот там что. Стол сломан. Белый лист почему-то разорван на кусочки. Темно, здесь нет пола. Ну и ладно. Тогда только вниз нам. О! Я не могу позволить ему увидеть меня. Ну, мы потихоньку будем. Здесь больше монстров, что? Офис. Ой. Я чувствую, это, знаете, такая игра просто. Я пробежала. Столовая. Бумаги папы. Может, я могу ему треснуть по башке? Может, сохранимся? Оу! Эта игра очень интересная, если честно. Буквы такие крохотные. Телефон. Здесь книги. Убили какого-то мужичка. О боже. Это было страшно немного. Нет, слушайте, может, меня обманули? Это не хоррор. Не могу открыть это. Кто оставил это здесь? Здесь наверху оливковое масло. Печь чистая, странно. О, письмо какое-то. Письмо? Эмми, я скучаю по тебе, Мэй. Мэй, я спасу тебя. Лопата? Большая лопата, я не могу сдвинуть ее. Слушайте, это очень странная игра. Мама. А это папа, наверное. Папа, да. Нет, ну знаете, вроде сюжет тут есть, да, и он вроде понятен, то, что мы должны как-то спасти ее от смерти, но все равно, ребят, я думаю, мы здесь наверху. Так, что это за звук был? Кто-то появился? Ты меня сейчас косой получишь по башке. Кто бы это ни был. Это розовая шляпа. Что здесь? Ну и что там? Ничего. Папа всегда хранил лекарства здесь. Я не могу открыть это. Ну, ребят, я не знаю. Лестница. Она уменьшилась. Получена лестница. Сейчас я могу вытащить Мэй. Подождите. Что происходит? Нашел тебя. Эй. Эй! Да блин! Что за бред? А это что за чудики? Слабо. Слабо? Я чувствую тепло? Они уязвимы для косы. Чё за бред вообще, не понимаю. Поставлю на лестнице. Выглядит длиннее. Ну все, лезь. Мэй! О нет! Мы нашли ее.
Ты в порядке? Там очень темно снаружи. Я не могу ничего разглядеть за окном. Я видела это раньше. Он... Папа. Он... Я... Умерла? Не-а. Думаю, я не сплю. Не-а. Она все это... головой мотает. Ты такая теплая. Думаешь, смерть она как сон? Кивает. Кекха. Мэй плохо себя чувствует. И что мне делать дальше? Эй! Ты! А! Я не успела! Ты! Я тебя догоню! А! Я почти догнала! Блин! Он сейчас нас увидит! О. Куда он убежал? Эй! Господи! Сюда? А, ну это как бы подсказка. Так я и так знала, что там лекарство есть. Боже. Нашла! Получено лекарство. Все чисто? Так, где моя коса? Я не чувствую себя в безопасности без нее. Так. Сохранимся на третий файл. И что сейчас будет, я не знаю. Это какая-то странная игра, слушайте, ну правда. Вот тебе лекарство, дать мне лекарство. Я чувствую себя действительно сонной. А! Почему ты стучишься? Тебе нужно прятаться. Девочка больна. Поймите некоторое уважение, босс. Прошу, я не хочу, чтобы ты умерла. Пожалуйста, спрячься. Ладно. Спит, пока я не закончил. Ты очень слабая. Ты был здесь, когда папа... Да, недавно я забрал твоего отца. А еще до этого твою мать. Мой долг забирать души. И пока твоя сестра не понимает серьезность, что она сделала? Она не может вспомнить. Это невозможно. У тебя немного времени. Как жаль, что я не могу забрать ее душу в течение еще нескольких лет. Я чувствую себя слабой рядом с этой вещью, его косой. Может быть, он заберет меня, как папу? Я не хочу засыпать. Прости. А поплакали и ушли. Господи, опять? Это чувство? Сейчас Мэй выглядит лучше. Что произошло? Что? Мэй. Мэй спит. Я сейчас убила только что, что ли? Так, где моя коса? Так, где вы, приспешники ада? Я доберусь до каждого из вас. Открой дверь там. Странно. Это же не было вроде, нет? А тут я была? Я чувствую, мне сейчас надо всех поубивать, что ли? Или что? Ну ладно, так... девочка с косой, блин. Да? Уверен, босс может сильно побить. Ах, мне нужно зеркало. А, я... Нельзя сохраняться? А тут? Вот другое дело. Девочка с косой, блин. Получай. Чья это кровать? Я не вижу свое отражение. Ну все, мы померли, видимо. Знаете, мне кажется, к этому все и придет. Тут тоже ничего нет. А это что за мишка?
Любимый плюшевый мишка Мэй. Взять его? Да, давайте возьмем. Получен плюшевый мишка. Кролик папа и кролик мама, они защищают вещи Мэй. Ой, как мило. Сейчас я его... Сейчас мы его отмотузим тут. Так, давайте, девочка, убей. Да, давайте войдем. Ля-ля-ля. Что? Мы просто зашли и начали петь? Не знаю, ребят, мне эта игра... Она меня удивляет. Я убила его. Подождите, я должна сохраниться. Это такое событие века. Так, все, теперь мы тут в безопасности. Можем посмотреть картинку. Симпатичный рисунок. Ха-ха-ха-ха-ха. Это должно быть достаточно, Мэй. Все. Получено зеркало. Все, мы убили. Я на первое сохранение. А, блин, куда я иду? Честно, вот игра... Дверь? А, дверь открылась, но... Эй! Куда вытащили Мэй? Сволочи. А, вот и хоррор, видимо. А может, нет. Просто буду бежать. Просто бежать. Блин, мы запыхались. Мэй! Сжимая вот так мою косу, ты выглядишь очень нетерпеливой. Это все было, что ли? Подождите, давай... Давайте... Бам-бам! Ура! Смотрите. Нам просто надо было без косы быть. Дверь. Давай закончим это. Если ты сможешь достать меня. Что происходит? Все, видимо. Но это нечестно.
Это все? Конец игры? О боже, что за игра была? О, Мэй, конец. Ну вот, друзья, это была игра Reaper. Где? Это был не RPG-хоррор, как я думала. В нём был сюжет, да, но... Как бы это больше было похоже, знаете, как убеги от монстра или там... От этих штук, когда они летят. В общем, это не совсем то, что я хотела. В принципе, я поиграла... Я потратила на нее полчаса. Ну, конечно, без фейлов я немного вырезала вам все фейлы, которые я там делала. Но если вам понравилось, то ставьте лайк. Игра, в принципе, примитивненькая, не очень сложненькая, поэтому я понимаю, почему она такая незнаменитая. Но я просто хотела что-то новенькое попробовать, поэтому попробовала. С вами была Морская Свинья. Всем удачи и пока. И смотрите мои следующие видео. Bye-bye. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright.